Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем проходить проводницу духов, Кену. Всем приятного просмотра, а мы продолжаем. Сколько у нас тут храмов осталось? Два. Святыня воды, святыня рыбалки. Наверное, мы сначала пойдем в святыню воды, потому что она дальше всех находится. Так, улучшение... нам хватает, наверное, да? Щит. Это чё? Чё нам дает? Доступно улучшение. Вот это лучше будет, наверное. А это что? При выстреле по опутанному врагу стрела расщепляет. Ага. О-о-о. При выстреле по опутанному... Там... А, сначала опутывать надо, короче. Не хватает, 300 надо. А тут сколько надо? 200. Щит. Прочность щита Кены повышена. Вот, сначала щит нам надо будет развить. Амулеты. У нас только один амулет. Духи. Один дух. Три из четырех. Три из четырех. Непонятно. Вроде один только нашли. Маска Таро. А нам надо найти еще вот эту тележку надо еще. Со шляпами надо. Забытый лес. Гнилушки, шляпы, храм цветов, почта духов, проклятые. Вот сюда надо. Так, ладно, вернемся. Сюда, потом сюда. Испытание. Закрыто нас еще испытание. Так. Доставим почту. Потом уже вернемся обратно. Ну да. Ладно, где здесь это? Мост. Вот он. Да не, не туда. Так будет чуть быстрее. Так, сейчас, секунду, мне надо таймер поставить, потому что... Заканчивается на У. Так, где здесь почта? Нам надо... мы как раз смотрим. Нам надо повернуть налево. О, все, вот примерно так. Вот, наверное, сюда нам надо. Изучить. Нет? А тогда куда? Так мы же туда прям смотрим. Да. Ага. Это нам надо вот этот дом, короче. Так, идем. Там, походу, вон туда внутрь. А вот, да-да-да, показывает. Как... Какой молодец. О, да. Красота вообще. Игрушка. Зашибись. Правда, мыла много. Не знаю, у меня стоит на максимуме, на ультре стоит. Давай стрелой прям. Бабахнем сейчас. Бабах! Излечили мы очередной домик. От всех болезней. О, кланяются. Спасибо, говорят. Пожалуйста. Угу. Походу, у нас тут будет бой сейчас. Этот пока закрыт. Этот тоже закрыт. Значит, нам надо будет сначала... О, давай сначала туда. Ага, я понял, короче. И... Туда. Эй, сверху их. Ага. Да, да, конечно, сказали мне. Офигевший, сказали. Ты чё?
Тум-пам-пам. Опа! Хать! Не-не-не-не-не-не-не-не. Ай-яй-яй-яй-яй, больно вообще-то. Я! Каратистка! На тебе! Оп! Последний был, нет? А, нет, не последний. Да, сейчас босс будет, наверное, у нас. Самый дальний возьмем. Даже не думай. Оп. А сразу двоих. Оп. Баум. Это был последний. Ну да. Опс. Открыли. А почему вот эти закрыты? Да мне. О, что это-то? Сопля. Еще одна сопля наша. 20 из 35. О, я понял, короче. Тут по очереди. А тут босяра будет, походу. Оп. Оп. Не-не-не. Даже не думай. На, сразу троих. Не-не-не, не надо. Вот он, босс, молокосос. Оп. 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 Не-не, не думай. Обкутать его. Опа-на. Видали, да? О, как. А-а-а! Не-не-не, успокойся. По кристаллу тебе, по кристаллу. О, разрушили. Не-не-не. Оп. Оп. Все. А, все, мы победили. Ну, тут самый большой, наверное, будет. Нам поджарят нам. Не понял. Это еще не конец. Ай. Ты куда бьешь? Меня там нету. О, еще один босс. Ага. Ааа. Эй, я не успел на R нажать. Оп, оп. Не-не, даже не думай. Ой, попал все-таки. Все. О. О. Здоровье мне пополняйте. Еще даже не все. Да вы издеваетесь, что ли? А, это на время, блин, надо, наверное. Или как? Или я не пойму. Опа-на. Да не туда стреляешь ты. Стрелы давай мне. Уйди отсюда. А-а-а.
Не успел я нажать на щит. Да, он... Вот и как хорошо. Мы 20... Управились, мы управились. Почти. Почти. Давай стрелу, давай стрелу. Опа-на, 5 секунд. Нет, ни хрена не управились мы. Понятно, короче, нам нужно за время тут управиться. Ладно. Не буду я дрочить здесь. Ну нафиг. Пойдем. Тут же больше ничего нету, да? Больше выхода, входа нет никуда. Или там вниз куда-то есть. Нет там, нет, ничего нету. А мы не успеем. Я не успею. Не хочу. Так, тут где-то вода есть, я помню, вон тут, туда, кажись. Вот это надо очистить просто будет. Вот это дело. Вот это. Так, где здесь вода? Где здесь вода? Вот тут где-то вода есть. Сначала воду найдем. Это с той стороны, наверное, будет. Нет, что-то далековато вода у нас. Опс. Давайте туда. Не застревай только. Ой, мы пока дойдем туда. Ой, господи. Давай быстрее. Только успеть бы, только бы успеть. Можем не успеть. Да? Успеем. О! Красота. Да не ту кнопку. Сколько у нас монет-то? Сейчас пойдем. Вот ты косой. Ну, вроде попали, но что-то не... Лавка-магазин. Одежда. Вопросительный знак, вопросительный знак. Понятно. То есть их надо еще открыть. Тень. О, давай вот это. Тень. О! Красота какая. Шляпки. Вечеринка. У нас нет вечеринки. Давай, вечеринка. Так, ты так. А мы надетель, да? Вот. А, да, одну надели. Грибок. У нас нету грибка. Давай один грибок возьмем. Один горшок возьмем. У нас монет много. Одежда у нас уже есть. А это что, EQ? А, это просто туда-сюда бегать. Олень один возьмем, ладно. А это все у нас закрыто получается пока. Ну да. Ну да. Ну и ладно. Так. Что у нас тут еще сделать надо? Капслок. Кто капслок нажал у меня?
Ну, я сказал, надо возвращаться, да, вот сюда. Прикольно, они так делают. Идем, надо вылечить. Очередной. Вот сюда надо, да? Прям рядышком будем. Пятьдесят, сейчас 20. О. Так, нам надо раз, два, это как минимум. Угу. А, ты не прыгаешь, да, вот так вот. А почему ты так не прыгаешь? Почему ты в воде не прыгаешь? Так. Ну, это по-любому сюда. Вот сюда надо будет его. По-любому. Положите, что вы держите? Тяжело же, наверное. Так. Это, оно стоит на своем месте. Или нет? Нет, оно не стоит на своем месте. Так, его дальше не потащишь, потому что потому. Потому что они не умеют ходить по воде. Так, его надо будет вот сюда. Сюда давайте, пожалуйста. Ой, спасибо большое. Это на ту сторону надо будет что-то там. Походу. Положите. Так-с. Да все вроде бы. Угу. Ух ты, привет. Ну, она вот тут сзади нас, чё. Так, вот туда и нам надо, да? Ну, подожди, я сейчас посмотрю кое-что. А то мне бывает иногда слетает. Все нафиг. Не, нормально все вроде. Ничего не слетело. Хватит прыгать! Что ты мне расскажешь? Эти ручьи пропитаны тающим горным снегом. Воды здесь священны. Ну, мы это слышали уже просто. Да. Так, тут закрыто. Улучшение. Третий уровень гнилушек требуется. Понял. Поняли мы. Гнилушки еще у нас слабенькие. А, вон там еще одна гнилушка. Я увидел. Не надо. Ой. Не надо. Е. Ура! Не? То есть заново. А, это типа игры такой. Подожди, их четыре. Ага, понял. Два тура, и ты выигрываешь. Его выиграть надо, короче, тут. Ну, привет, дружок. Пойдешь с нами? Конечно, пойдет, куда он денется. Так. Полетели туда. Это маска, что ли? Или...
Маска детей. Новая шляпа для гнилушей. Так, что мы тут не сделали, мне интересно. Вот сюда, наверное, надо будет подойти. Давай подойдем сюда. Посмотрим, что к чему. Так, мы с тобой уже тут были. Нет. Ра-та-там-пам-пам. Так, мы это вроде уже брали. Ну да. Так, это уже другой. Что-то эти храмы очень близко друг к другу находятся. Не, у меня здоровье полное, не надо нам это ничего. То есть здесь ты не можешь подняться. Хм, посох висит на ней. Да куда? Да не надо нам этого. Идите сюда. Во! Вперед! Бабах! Ой, вот это управление, вот это вот. Жестокое. Ага, здесь камень. Его надо будет двигать. Отпустите пока. Давайте его вперед. Всем телом! Так, куда тебя? Наверное, вот сюда его, наверное, да? Ну, пока сюда, потом... Ага, вот сюда надо его. Да, несите туда, пока не унесли. Куда не надо. Отпускайте. Так. Здесь пусто. Нету никого, да? Некс. Надеюсь, я... Нет, я тут был. Не надо. Он не... Его не сюда надо. А куда тогда его надо? Ха-ха. Может, сюда его надо? А ну-ка, ну-ка. А ну-ка, ну-ка. Я понял. Они сюда его не принесут. Давай сюда. Потому что тут знаки есть, вон они. Но тут совсем другие знаки. На ней. Вроде бы. Знаки эти надо найти. Так, активировать надо будет, не? Вот так вот. Дзин-дзин. Там мы наверху были уже. Да не трогай ты эти камни. Успокойся. Лишь бы что-нибудь... Отпустите. Не тяжело мне держать? Что такие маленькие. Вот это надо двигать отсюда. Не подвинете? Подвиньте, пожалуйста, да. И чё? Просто запасной выход? А или вы камень сюда понесете? Тут бабочки не просто так
Ну я же вижу, что тут что-то есть. А на прыжке она ничего не делает. А ну-ка идите вот этот камень, пожалуйста. Двиньте мне сюда, пожалуйста. Где он там? Ага. Сюда сможете его? Сюда? Вот. Нет, они сюда его не сможут. Не сможут. Нет, вот видите, да, вот сюда не смогут. Ладно, отпустите ее. Не хочет, и все. Чё за беда такая? Проблема прям. Вон там что-то есть. Вот она что. И чё? Я не знаю, что она нам даст сейчас. Не-не-не-не. Вот это беда. Как отсюда выйти? Угу. То есть еще выше должно быть. Что-то сюда нести надо, наверное, походу. Мы туда не допрыгнем. Хоть бы за что зацепиться. Да не за что. Пока мисс я не вижу. Вот сюда, наверное, вот этот камень надо нести. Ну да. А ну-ка давайте сюда. Да. Вот это. Несите. Пожалуйста. Вот сюда. Чё там застряли? Да обходите вы эти листья. Ну самое главное, несут хорошо. Он какой хитрый малый он. Показывает, куда поставить. Сам не носит. Да обходите вы эти листья, чё вы на них прёте? Все в шляпах? Нет, не все, почти все. Положите. Спасибо. Так. Оно как бы правильно, но чего-то не хватает все равно. Да хватайся ты. На голове у нас плавает. Смотри, какой хитрый. Жучок. Жучок-паучок. Так, что-то там еще я вижу. Ага. И чё? А, так это получается... Да, я понял. Я понял, что надо делать. Я и не такой дурак, как кажусь. О! Ну почти. Хватайся. Ой, молодец.
Опять драка будет. Враги 7. У-ху! Где стрелы? Да, в атаку, пожалуйста. У нас времени мало. Стрелы заканчиваются. Все, не успели, короче. Еще раз. Да куда ты? Да что, чё ты так много стрел-то? А-а-а. Двенадцать секунд. Да куда ты вылетаешь? Все? Победили? Ой, хорошо. Успели. Ого, сколько кристаллов. И что-то еще есть? Не, не буду, не хочу повторять. Ну, здесь все походу. Угу. Идем решать последнюю головоломку. Он остался вот. Святыня рыбалки. Пойдем порыбачим. Вся омуля какой-нибудь поймаем. Так, это кудой. Это точно не сюда. В другую сторону. Вон туда, да. Придется поплавать. Намочить одежду. Мы правильно идем, нет? Да, вроде правильно. Не, нам туда не надо. Так, для коллекции, можно сказать. Чтоб было. Так, вот эту головоломку нам надо решить. Что-то я мучился тут. Так. Ага. Звук какой-то непонятный. Как будто бы оплата не прошла. Такой дын-дын. Тихо. Нет, цветок не открывается. Да чё с тобой? А, свеча вот загорелась. Вроде бы. О. О, вижу, свеча загорелась. Глаз прямо. Нет. Значит, очередность не та, походу. А как понять, какая очередность здесь? Да. Тут же нам должно быть... Подсказку же нам тут давали, походу. А мы прошляпили эту подсказку. По крайней мере, я ее не помню.
Так, так, так. Поплавать чуть. Так, другой вариант. Опять противный такой звук. Так, тоже не тот. Давай-ка тогда вот так вот. Раз. Два. Три. Четыре. Блять, нет. Ай-яй-яй. Тихо-тихо, успокойся. Да не надо тебе посохом бить. Попробуем вот так вот. О! Наконец-то! Тара часто рыбачил здесь с детьми, в тиши леса. Я будто снова слышу их голоса. Здесь они чувствовали себя в безопасности. Ты хорошо их обучил. Угу. Вот сюда нам надо. Так, сейчас. Это надо мне повернуть направо и идти до упора. Ну, я знаю, куда, да. Примерно знаю. Вон туда, куда мы. Вот. Вот он. Камушек. Ух ты! Да ладно, ты чё? Нифига он крутится. А чё-то не... А вот появился. Ай, не вовремя появились они. Вот. Вот, появляется, когда... Стрелы закончились! Куда-то уперлись мне. А, у нас стрелы еще закончились. А-а-а, добил нас. Почти. На! А, он защиту поставил. У-у-у! Тихо! Капитан. Чего-то там он.
Все-таки достал. Тихо, успокойся. Вот, появились. Крученый, верченый. А-а-а! Скотинка. Все? Что нам за это дали? А, эта сторона закрылась полностью. Это тоже. Ага, значит, нам вперед. Бабах! Так, что там у нас тут? Место воспоминаний. Еще один нашли, что ли? Второй? Мы оставляем подношение дереву и просим защитить наших близких. Тара оставила это ради детей. Он явно сильно боялся за них. Многие подношения здесь от первых вождей деревни. Умелых охотников, что использовали энергию для создания оружия. Вряд ли дерево обидится, если мы кое-что одолжим. Угу. Ого, сколько мы нашли тут. Тропа к фонарной пещере. Саша, сожаление. Тара. Так, улучшение. Что-то мне есть. 270. Закрыт. Щит. Вот. Щит надо. Духи. Вон, вам второй нашли. Амулеты. Щит улучшим. А что мы должны одолжить здесь? Книгу, может быть, да? Ну, книгу мы взяли. И все. Ну, хорошо. Так, идем сюда. Чуть-чуть левее. И... Или при... Вот. Не, направо повернем сейчас. Вот так вот. Вот там мы не были, а как туда попасть, я без... Так, кушайте. О, тут драка будет, полюбас, за что-то.
4 врага. А, один сильный. Да ты. Еще. Да нападайте на него. Не успеем, блядь. Не успели. Сейчас подождем этот. Где? А где они? Прошляпили, что ли? А, вот он. Сейчас. Успели, нет? Успели. Правда, с горем пополам. Что это мне даст? Еще одну маску? Ну да, из-за маски. Доступна новая шляпа для гагалилушника. Не, не надо мне повторять. Так, ну нам прямо идти, короче. Вот туда. Чуть-чуть вот сюда. Угу. Тупичок. Не успели. Ха. Вперед, вперед. Дубасти его, ее, кто там, я не знаю. Она лечится, да? Ну да. Хотел близко к ней. Стрел не хватает постоянно. Я тебе дам. Размахивается. Да почему так не успеваю я?
О, что-то успел. Не надо лечиться! Ох, молодцы. Молодцы, успели. Не знаю, что за ужасы ждут тебя в фонарной пещере, но дух Тара будет биться до последнего. А можно мне такие стрелы? Пойдем с этой стороны сначала. Вот там. Так, еще один житель. Наверх показывает мне, да? Тут чё? Кристаллы. Так, походу надо бы сначала вверх лазить. Потому что тут у нас пока закрыто. Ну да. На этом старом снаряжении символ лисы. Угу. Да, мы и так знаем, что нам сюда надо. Я думал, мы с гнилушками как-то. Так. А ну-ка, покажи, что ты умеешь. Какой весельчак. Все, ладно. Бау! Звук такой прикольный. Вон там еще одна история. Там будет... Водичка, слеза. Вторая. А, там ближе надо просто подойти. Кто-то дунул в него или что, я понять не могу. Аж отбросило. Ветер такой был сильный. Или это был удар? Так. Тут один, два и три. Ага, звук какой противный, да? Первый. Второй. Третий. Так, будем по очереди разрушать.
чтобы не перепутать ничего. Так, отпустим. Там где-то внизу еще есть. Но они туда не до... Ладненько. Сначала пойдем направо. Точнее, налево. Угу. Медитация. Тут здоровье, наверное, Или здоровье, или... Ну да, здоровье. Ничего себе, как выросло. Нет. Угу. Ясно. Так куда ты вы зашли? Ты вы. Ой! Ты чё подкрадываешься сзади? Предупреждать надо. Ай-яй-яй! Не созревают. Угу. Еще раз. Да мы же вроде почистили тут, нет? Еще одна осталась. Ай, иди сюда. Быстрее, можете. А, ну наверху. Понятно. Сейчас надо что-то делать. В другом месте. Что-то зреть не хочет? Не хочет. Ха, щекотно, да? Сейчас.
Вот сейчас. Походу, во время боя тут ничего не растет. Кушайте. А, вам еще показывать надо. Да подожди, они еще не поели. Все, теперь поели. Угу. Еще раз. А, не той стороной пошел. Отсюда удобнее ими управлять. А что с вами? Вот оттуда сейчас их сюда тянуть. Это жесть. Так. Сожаление, Таро. Испытание, но там закрыто. Так, ну нам остается вот только сожаление, Таро. Так, это нам надо повернуть. Угу. Походу сюда. Ну да. Хм. Интересно. Опс. Сюда тут нычка. Так, тут ароматные палочки сколько? Кто-то сюда приходит, походу. Чтить своих предков. Тут лишь фонарь мне не нравится. И это тоже. Нет, ничего там нету. Босяра стоит, ждет уже наш. Сейчас мы сохранимся. Откроем локацию. Давай поворачивайся. Так, вот лечилка. Одна, вон там другая. О, какой большой. Цветком сзади. Кристалл один на глазу. Тихо. Ого, какой. Почему не нажимается на этот? Бежим. Уходи отсюда! Застряли!
Ого! Кристалл хочу попасть. О, здоровье мне надо. Ага. Да, папа. Почему мне не срабатывает вот эта вот остановка времени, я понять не могу. Я вроде... О! Эй, последняя! Добьем так, посохом. Остальные сейчас исчезнут тоже. О, там кристалл какой-то или что? Или фонарь? Еще одна реликвия, фонарь. То есть последняя реликвия. Сколько нас еще? Уже 28? Ну, 29 с ней. 35. Это получается еще... Еще 7... 7 штук. Мы наверх сюда не подымемся, наверное, я так думаю. Или подымемся. Потому что там дверь. Она закрытая. Мы не пройдем. Ну да. Тебе удобно? Не скользко там? Или у тебя перчатки с колючками? Ух ты! Тани! Сая! Испугал нас. Аж гнилушки.
Ага, ты что, надо что-то. Тыш-тыш, куда его? Тыш-тышнуть. Так, походу вот сюда. Вот. Ладно. Ага. Первый с другой стороны, вот тут вот. А, там еще третий, где-то там. Ой, как далеко. Так, надо подождать. Ага, вот он. Да вы чё? О, еще дальше. И это не последний. Угу. Круто. Я нашла фонарь Тару. Он потерял его, когда искал детей. Принеси реликвии к падшему древу. Пора помочь Тару обрести покой. Угу. Ну, это будет в следующей серии, конечно. А сейчас мы попробуем освободить Тару. Попробуем походить тут, посмотреть, что есть, где что. Потому что, ну, сразу туда идти. Ага, идем туда. О! Еще одна шляпа. Еловая шишка. Так, мы были тут. Обратно нам уже не получится. Пойдем поедим. Че эти ягоды больше их? Так. Так. Куда-то я хотел. Не. Наверное, сюда сходим. Сюда, потом сюда попробуем. Ну да, попробуем сюда. Хотя тут замок. Но мы посмотрим, что сможем сделать. Так, вроде правильно идем. Что там? Подожди. Нет, ничего нету. Зайдем еще раз посмотрим, может что-нибудь новенькое найдем. Может мы себе тоже стрелы такие найдем. Так, амулеты. Один амулет всего лишь у нас. Так, вот это надо. Да. Классная вещь. Еще четвертый. Что он нам дает? Кена может выпустить 5 стрел, прежде чем лук придется перезарядить. А, у нас уже
5 стрел. Хорошо. Замечательно. Просто зашибись. Ну-ка, пойдем сюда. Тут не глубоко? Да, только сюда мы не залезем, нифига. Места для прыжка нету? Походу нету. А, не хватает чуть-чуть. Чуть-чуть не хватило нам. Ага. А ну-ка сюда идите. Сейчас. Давайте. Давайте быстрее. Ой. Чувствительность мышки вообще. Подожди, мы же уже брали тут. Мы же его уже брали. Так, ладно. Так, ну это смерть. Это конец. Будет, если мы туда пойдем. Спрыгнем. Там ничего нету. Там мы были. Тут, походу, мы не были. Мы идем. Правильно. Нам к фонарику надо. Вон там корм. Как туда попасть? Ага. Легко и просто. Чуть темновато стало. Давай переместимся. Ну, туда пойдем в следующей серии уже, освободить Тара. Сюда. Темно стало, или мне кажется? Почему у меня одежда не открылась еще? Вот эти, я не знаю.
Все в масках, нет? Кто без маски? Так, кто обделён? Так, все по три сделаем. Распродано. Ладно. Все, походу, да? Или не все? Не пойму. Так. Ну понятно, маска другая. Нет, тут еще не чисто. Это, походу, потом очистится, после Таро. Ага. Открылось? Открыли? Тут, походу, мы какую-то маску еще получим. Ну да. Так, взаимодействуйте с забытой резьбой за храмом масок, чтобы вновь сражаться с боссами и пробовать свои силы в напряженных боях. По мере путешествия будут открываться все новые испытания. За их успешное прохождение Кена сможет получать уникальную одежду, камни, амулеты и шляпы для... Ясно. Понял. Вот где его открывается-то. Надень маску Таро, чтобы открыть барьер духов, преграждающий путь в лес. Пенни и Сая знают дорогу. Ну, мы это уже слышали. Угу, взаимодействовать. Так, руины. Лесной дворик. За одну минуту. Хоть тело бесконечное у нас. А, не успел. Ясно. Угу. Понятно. Минута.
Ух ты. Надо просто дожидаться золотых и все. Минута 18. Нет! Нет! Вот лошара. Угу. Не. Еще раз. Ничего не знаю. Не успел. Ну ладно. Не беда. Бери меня! Ой. Спасибо. Ага. Бабах. У-ху-ху! 78-80. Чуть-чуть не успел. Но я что-то сделал. Все, что блестит. Так. Нет, лечение не трогать, не получить урон. Не использовать здоровье. Волна 1. А сколько их волн будет? Все, один уже получил этот урон. Волна 1. Волна 2. 2 минуты. Навряд ли. Я тебя знаю! Я тебя видел уже! Ха! Но мы уже получали. А, не страшно. Вторая волна побеждена. Так, е-мое. Нет, лечиться мы не будем. Хотя бы 2 выполним.
Бабах. Прям оглушили. Что там летает? А! Двое! Победа! Правда, за 3 минуты. Ну, хотя бы не отвлечение, да. Так. Прыс, стрелок. Не, у нас одежда круче, так что. Ну, в следующий раз. Оставим на следующий раз. Не, пока не хочу. Так, тут закрыто. Походу, с другой стороны надо будет открывать. Так, тут что-то другое нужно будет, полюбас. Наверх сейчас пойдем. О, там цветочек. Ну, мы с той стороны были уже. Так что смысл нам туда переходить, не знаю даже. Ага. Понятно. Давай, хватай меня! И почему, я не знаю. Куда ты закрываешься? Ладно, не будем страдать ерундой. Так, сделаем. Вот так вот. Там закрыто получается еще. Вот там. А зачем? Мы там уже наверху были. Ага. Хм.
Мы даже открывали здесь смысл. Значит, наверх пойдем. И все? Только из-за кристаллов? Не надо! То есть мы обратно возвращаемся. Ну да. Какой-то звук. Или мне кажется. Так, с этой стороны были, мне интересно. По-любому, наверное, были. Ну да, были. Ну, оттуда пришли вообще-то. Звук какой-то странный. Так, там у нас сохранения не будет дальше, да? Да. Ладненько, давайте вот тут вот. На сегодня мы закончим. Продолжим в следующей серии. Так, следующий у нас будет... Освободить Тара с помощью реликвий. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.